Всем привет, с вами Алексей, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed про пиратов. В прошлой серии мы встретились с губернатором, он объяснил нам свои планы там по захвату мира, там что-то там, я в общем не сильно это понял, что он там хочет, хочет там что-то следить за всеми, какой-то странный, короче, тип. И я как понял, нашему герою это все нравится, все устраивает. Короче, он хочет сделать некий скайп, чтобы можно было смотреть на рожи там всяких чуваков и тому подобное. Сейчас пойдем на миссию. Надеюсь, у нас на крышах тут стражников нет. Как-то мы наверх залезли. Ну да ладно. Так. Как-то там перепрыгнем тогда. Это не хочет далеко. Опа, на там уже стража ходит. Давай-ка мы спустимся. О, вот так вот. Тизаночки. А из пух нам пока ничего не надо. У нас все, в принципе, есть. Денег у нас нет. Брикс, да ну-ка с дороги. О, пришли. Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. После такого я даже не знаю, поможет он. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, Синдуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. А он с нами идет, я даже не заметил. Куда все побежали? Че, где ассасины? Они на крыше. Так. Пробежал мимо. Вроде и нажимал, а он... Ай, ладно. Опа-на. Парни, прыгайте вниз, не хочу за вами ползать. О, спасибо. Ох, ты ж засранец. Ну давай-ка подходи. О, давай, нападай.
в глазюку тебе. Лежать. Оу. Блин, ну. Даже не попадает по ним. Стойте, не убегайте, что ж вы творите-то? Ох, ты же засранец! Что творит, а? Стоять! Блин, не дали убить его. Воу-воу-воу-воу! Фига себе, дротиками плюются. А я смотрю, мудрец за нас. А, ха-ха-ха, красиво. Я бегу, бегу, бегу. Не уйдешь, сволочь. А тебе ловкости не занимать. А чё я на веревке-то не смог подняться? Да вверх давай! Блин, да что ты творишь-то? Стой! Он же избитый весь, покалеченный, он бегает. Не усложняй жизнь нам обоим, друг! Стой, 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 друг, не уходи, не уходи, не уходи! Ну что ты делаешь? А? Стой! Ноги прострелю! Реально прострелю ноги, сволочь. Воу! Да ладно, ладно, я понял. За ним. Давай, давай, давай. Какая эпичная погоня. Да стой ты. Кто тут бежал? Ой, нет. Ой, здрасте, я не хотел. Давай, блин, надо было тебе. Есть. Фух. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Волпол? Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Я вас. Туда же. Тут некий сундучок. Вот так вот. Мой сундук, ничего не знаю. Ну, возьми ты эти боеприпасы. Ну, о, бебец. Нолик, о, да какой ты... О, боже, да брось ты его. Вот.
А вот эти вот, блин. О боже мой. Почему ты такая лагучая, там, забагованная? Он, смотрите, не шмалает, пока я вот не оттащу их. О, а эти нормально. Ой. Неужто они так спешили выпустить ее на PlayStation 4, что, ну, я не знаю, ну, столько багов у игры. Так, все, спускайся, понизу пойдем. Либо она вообще изначально такая вся забагованная. Кто-нибудь играл ее на ПК, скажите, там так же все плохо. Да куда ты лезешь, боже ж ты мой. Цепляется просто за все. Как магнит, я не знаю, просто. Как все сложно-то. С дороги. Ой-ой, страшно. И вообще сейчас почему-то не наказывают за убийство стражи. Раньше там убил там все сразу. Все плохо. И тебе всякие там эти рекламки всякие развешивают, я не знаю что. Вот он там злодей, убивает стражу, там ловите, наказывайте. Надо синхронизацию сделать. Ну чё, где у нас допрос? Надеюсь, здесь допрос будет такой же, как и в GTA 5, когда там Тревор мучил и стезал человека бедного. Ну что, выпьем это? Ну здравствуй. А. Это другой чувак. Другое задание. Какая жалкая подачка. 1000 реалов за эти карты. Это что? Всего 100 фунтов. И как человеку добыть состояние, если миром правят Торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Ага, не, все нормально. А мне что, пропустят здесь? А-а-а, типа мы теперь решили по-тихому пройти и... Ну-ка. Надо троих замочить для 100% синхронизации, как я понял, из кустов. Ага. Избегать стычек. Пока здесь никого нет, можно и прибежать. Чу-ч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 у.
Так, надо как-то пробраться, чтобы меня не заметили. Кустами, кустами. Найдите стражника. Нашел, что там? Да, блядь, ты, блядь, дебила. Да что ты делаешь? Ну заки... Да пиздец, да... Ой... Блядь... Сам выходит. Идем кустами, кустами. Ай, глухой, блядь, дебил. Идем дальше. Охо-хо. А тут я не... Куда идти-то? На само дерево надо. А тут что, все трупы? Что-то тут не то. Фу, блин, напугал. Да как тебя зовут, вор? Меня? Капитан, отвали! Грязная деревенщина! Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом! Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Ну вот, опять 90. А стычек-то... Ну ладно, было, ладно. Я же нос разбит был. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец. Отец. А, это воспоминания. Пойдем.
Вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается? Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. Что-то там не прогрузилось ничего, что он там видит. La cena, cómetela rápido. О, пожрать дали. Голоден? Это они такое сделали. Вы хотите сказать, что вот так вот просто это... Что? Что? Ничего не понял. Ну, ладно, пошли. Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Здесь один выход или есть еще. Ну. А как согнуться-то? Боже мой! Это как он бегает. Где тут кнопка согнуться-то? Мои деньги нет. Короче. Не повезло им. Вот и все. Свести тут еще в кому-то эти. Море сегодня неспокойное. Будет ураган. Ураган? Вот черт. Бам-бам. Кого-то там избиваешь, ублюдок. А меч-то можно вам подобрать? Вот этот. Подобрать оружие. О. Да блин. Взять, вот, боеприпасы. Забрать оружие. Фиг с ним, пошли с этим. А, ну вот, тут все есть, в принципе. Украдем бриг. Эй, бери, что нужно. Я мигом. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Окей. Так каков план? Освободить людей, потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в бухте. О, боже мой, что происходит? Ну... Ха-ха-ха-ха-ха! Все, всех? Тут еще есть. Наверху что-то там ползает где-то. Фиг с тобой, ладно. Люди!
А, вот вы где. Я пришел вас освободить. Но услуга за услугу. Поплывете со мной. Да за тобой хоть в пекло, друг. О, нифига себе. Давайте, парни, в атаку. Попрыгали. Фига там здоровяк. И там здоровяк. Кругом эти здоровяки. Так, куда идти-то? Кукусеньки! Да! Кто смелый? Нападай! Оу-хоу-хоу! Сам себе и подорвал! Ай. Ну, анимации здесь много, вот классно, вот за это я любил совсем. Однокнопочная, красивая игра. Да, заколол всех. Просто супер. Вперед, парни! Если суждено утонуть, то не здесь. То не здесь. А, я не знаю. Ну, тут можно, видать, вот так вот пробежать. Прямо сквозь эти. И прямо на этот корабль, да? Ара! Да куда ты, блин? Нет! А-а-а! Какой тупизм. Боже ж ты мой, ну. Что они сделали с управлением? Делает сам, что хочет, совершенно. Что хочу, то и творю, блин. Куда хочу, то и ползу. А, напарни, давай. Подходи по одному. Да блин. Ауч. Я знаю, что с таким сделать. Вот и все. А теперь можно избивать. Да, подходи по одному. А чё, у меня только один пистолет, что ли? Парни, я иду вас освобождать, не уходите далеко. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался. Да поубиваю я тут всех. Лежать. Ха-ха, улетел. О! Ах, хорошо, хорошо. Так, как мне теперь туда-то перепрыгнуть? Где там еще осталось? Четверо. О, парни тут плавают. Лесенка прям для меня. Ну, забирайся на эту лесенку. Так, вот, да ты... Ай, что ж ты мой? А чё?
комбо пошло. Бам, бам. Ой. Да блин. Ай. Парни, вы где? А-а-а. Ой, чё, за ними вниз надо идти, что ли? Да ладно. Не привлекаем внимания, просто идем вперед. Лежать. Вот и все. Ну что, парни? Идем на палубу. Готовься. А, вот же. О! Что, ему больше вот этот корабль понравился, что ли? Малюсенький. Он здоровенный, по мне так круче. Малюсенький какой-то себе решил забрать. Ай, давай залази ты. Да куда ты? О боже мой, ну. И чё, прикиньте, я его ударить не могу, пока он не слезет оттуда. Офигеть! Хорошо, что я первым выстрел. Рон-дон-дон, динь-дон-динь-дон-динь-дон. Там мы обгоним все, все и вся на свете. Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов. Вряд ли, слишком медлительны. Разобьете корабль, Ганой? Приготовиться! Ага, я вас понял. Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело, справимся. Не попали, капитан! Блин! Не попали! А, поплыли, держи, парни. Не стреляю! Осторожней, капитан! Атарант! Нас серьезно подбили! Но мы держимся! Нас серьезно, говорит, подбили. Ничего! А мы тут серьезно всех подобьем. У них подкрепление! Уходим, сэр. Эта тварь нас потопит! Еще враги, сэр! Бли! Они уязвимы здесь! Надо бить! Бли! Плоти водички! Готовы! Зал! Вы спятили! Попали! Мы подбит удар, и корабля у нас нет! Я как понял, нужно сваливать. Ладно, ладно, ладно. Он... Кораблик слишком маленький и слаб. Ведь могли же большой захватить. Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов. Вряд Я ли, понял. Слишком медлительны. Сам! Хороший залп там поможет. Они совсем близко. Отдавай любые приказы, друг. Воу. Будет нелегко. Парни, я вот не могу понять, что это такое на треугольник, но он мне нравится. Поплыли! Держись!
А, да, тут же L2 надо нажимать. Вот же он. Ей забыл про нее. Ладно, мы просто сваливаем. Берегись! Я вижу! Волны убийцы могут нанести громовым. Поверните корабль к носам, чтобы преодолеть волны без вреда. Если вам не удалось это сделать, нажмите держите квадрат, чтобы приготовить там уменьшить. Все, я понял. Стреляю! Это именно стандартно. В нас попали! Блин! Мы потеряли переборку и пару бимсов! Ну а что поделать? Офигеть! Тайфун! Перевернет нахрен наш корабль, если обойдем мы... Обойдем его! О боже мой, еще и смерчи тут всякие. Вообще пацанам не прет, я смотрю. Ай, затягивает, затягивает! Офигеть! А! Вправо, вправо руле! Тайфун, друг, обходи! Да стараюсь, я просто в шоке. Дрянь похоже. Держи ровно, друг. Держу, держу. Капитан, море поднимается. Офигенно. Вот это реально классно они сделали. Видать, все силы ушли именно на создание морских приключений. Ну, хотя, кто знает, что там дальше будет, но... Вал по левому борту! Так, что у нас там? Никто не преследует нас. О боже мой. О, пригнулись. Тайфун прям на нас идет, что делать? Паруса! Поднять паруса! Все отлично! Идем на волны! Ух, боже мой, еще один! Нет, он сейчас. Фух, прошли. Это что такое там плывет позади нас? Нет, не плывет. Уже совсем близко. Да, это было нечто. Из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. Адевали. Бывал на Насау, Адевали? Еще нет. Да, ну и потрепало его. Он мне нравится. Все на ют, парни! Плывем домой! Домой к кому? Ух ты, красиво. Я уже решил, Аде. Пусть будет галкой. В честь ловкой птицы из моего детства в Суонси. Ловкая птица, а? Скажи, тебя задело, что я взял Брик себе?
Я привык к такому обращению со стороны тех, у кого светлые лица. Верно. Тебя бы мало кто признал как капитана. Так какая должность загладит мою неловкость? Буду квартирмейстером. Не меньше. Пусть так. А найдется ли у квартирмейстера совет для его капитана? Стоит высадиться перед Насау, набрать воды, сходить на охоту. Что ж, резонно, друг. Решено. Будем искать спокойное место. А когда они успели его починить? Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. Парни, чего от нас хотите? И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвать. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерло нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. Меньше ход! Убрать Марсели! Держитесь! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Там кто-то плавает. Давайте спасем его. Кто это там такой? Сэр, справа! Человек в воде! С того корабля! О, спас кого-то. Плюс один. Тан-та-та-та-тан-тан-тан-тан. Тю-тю-тю-тю. Фига. Поплыли, а тут карта есть? Так, и куда нам? Так, как... А, вот. Ага, тогда по-любому будет надо переместиться никак нельзя, да? А, ну ту штуку подобрать надо, грабить. Слева! Ого, добыча! Сахар. Вражеские корабли. Ой, не хочу что-то с вами воевать, парни. Почему все хотят на меня атаковать? А если просто протаранить? Хотя в прямом по курсу. Блин! К бою живо! Да-да-да. Они уязвимы здесь! Надо бить! Блин! Только скажите, Кэп! Блин! Хорошие стреляют! Они стреляют! Сейчас будет залп! Блин! Пожали! Они стреляют залпами! Мы скоро развалимся, Кэп! Залп! На ужин, капитан! Уходим! 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 Остров! А, поворачиваем! Стоп! Риди, Марселя и Брамселя! Рифы на фоке! Марселя убрать! Они стреляют! Вау! Блюдки, а! Там мы уже не попадем. Ладно, мы приплыли. На удивление. Офигеть!
В жизни нифига нет, они нас преследуют. Скалы разнесут нас, Кэп! Больше не выдержим, Кэп! Спустить паруса! Корабль гибнет, Кэнвэй! Как сесть? Все, пипец нам. Я не знаю, что делать. Блин! Подходящая дистанция! Стоп! Блин! Кэп, удачная позиция! Блин! К бою готов, сэр! Блин! Удерживай для абордажа! Давайте, черти! Чё это? О, починить галку. И всё это за... Мы их ударим! Отдать дроты! Похоже, враги, сэр! Шхуна! Испанцы! Блин! Один! Ничего, разнесем ублюдков. Блин! Они уязвимы здесь! Надо бить! В нас попали! Суки, а? Ух ты! Что это? Да засранцы, а? Опа, можно их захватить, я смотрю, да? Или что там? Образо бедрее к ветру! Дроп к ветру! Брамсели убрать! Блин! Люки готовы! На абордаж! Чуть не долетел. Бейте команду врагов. Обороняйте палубы. Да. Мы же их убили. Пофиг, чиним галку. Затопить. Вот так вот. Чё, все жизни? Три. Фух, есть. Пусти паруса, лови ветер! Лови, нагитовы! Так, там чувак плавает. Нагитоскор, к ветру! Слева-ка! За бортом добыча, сэр! О, запели песни. Все паруса отдать! Спустить все, кроме грота! Ослабить безак! Отдать все! Вперед! Где там полудохлый был? Бомбрамсели! Спустить брамселя и бомбрамселя! Рифы на гротах! Поднять брамсели! Блин! Ударьте туда! Это их добьет! Блин! Готовы, сэр! Чисто!
Осторожней, капитан. Блин! О, нас задели, как? Воу. От ветра! Фух. Отдать грузы по ветру! Короче, по местам, ловим ветер. Никак доплыть не могу до этого сраного острова. Так, там какая-то фигня лежит. Наполни каждый... Все, поехали. Украсть. Сахар. Добавить для себя! Грот мачта, топ-фалы подтянуть. Убавить парусов! Живо, живо, живо! Кэп за бортом! Ой, да ладно. Кэп за бортом. Как будто плавать не умею. Остров, остров. Убиты от свежего игуаны, убиты от кто? От цилота. Вы можете охотиться на животных, освежевав их и получив охотничьи трофеи. С их помощью вы сможете изготавливать новые вещи и улучшения для Эдварда. Чтобы выследить зверей, можно пользоваться орлиным зрением в меню. Ремесел можно попасть из меню пауза. Хорошо. О, кого я вижу. Че, вас что ли ловить надо? Стой, мелкий. Он собрался-то. Так. Прям Far Cry. Опа-на. Тут сундук тут оставил. Так. И чё, прям вот просто сюда залезть надо, что ли? О, как. Не так-то и высоко и поднялись. Куда все животные это делись? Опа-на. А чтоб тебя попал? Отлично, сейчас вторую еще. Эй, че ты такое за кокоса? Нельзя, да? А че это за шлюпка он тут? Вот это. Для чего она? А, вернулся на корабль. Понял, нет. А вот тут что такое находится? А, да где эти, блин? Игуан. Мелкий, блин, дофига же было. Куда они делись все? Бегайте, рещи их. Капитан не справился, он не убил одного игуана, о боже. Какой херовый капитан, или... Где он там шляется, блин? Четырех животных убить не может. Долго нам еще ждать, жрать хотим. Это так думает команда. Вот они.
Что делать? Ничего не понял. О. Фигня какая-то. Уды. Вот эту бобёху хочу. А чё, нельзя-то? Ну ладно. Это, короче, надо всё делать в магазине. Хотя вот кобуру я сейчас сделал. Ничего не понимаю. Ух ты, попался. А крабу... с крабов можно что-нибудь? Или с птиц? Что они там лагают? Понятно, птица не убивается. Ладно, парни, я иду к вам. Подождите меня. Это там уже рядом. Опа-на. Стоп, назад. Подождите, парни, тут какая-то карта непонятная. О, нифига. Ага, Ром. Карта сокровищ можно найти на трупах авантюристов. Они проведут вас в особые места на острове, начав копать там, вы сможете найти деньги или чертежи для улучшения корабля. Используйте левое право, чтобы выбрать карту, а затем нажмите треугольник, чтобы открыть ее. Указанные на карте координаты приведут вас в нужное место, а изображение подскажет, где копать. Данная функция также доступна при использовании второго экрана. Ух ты. Ладно, не буду вторым экраном пользоваться. А чё как? А, вот карта сокровищ. Так, короче, где камень? А, так, надо на карту посмотреть большую. Ага. Это вообще-то место. 749-625. Да-да-да. Да нет. 749-625. Вот она. Нет? 700. Ага, вот 740-600. Вот она. Вот она, карта сокровищ здесь находится. Окей. О, можно вернуться на корабль. Тебе плохо, братень? Эй, капитан, все нашел. Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки.
равно сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Убить оцелота в воздухе. Да вы издеваетесь. Еще этот в воздухе кого-то убивает даже. Выбрав пистолет, нажмите треугольник несколько раз для серии. Выстрел по... Так. Понял. Свободу гротам! Да вы издеваетесь! Все, сваливаем нахрен отсюда. Не успел, блин. Появиться как... Я там проплыву, не вижу. Тихо-тихо, тормозим. Давай-ка мы отплывем, а то я не вижу. Там можно проплыть, нельзя. Еще паруса отдать! Марселя! Промселя! Да. Мы приплыли. Капитан Вонючка, скажи, что я арестован. Ну скажи. Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину. Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи. Ну что, мы приплыли в Нассау, у нас были большие и долгие путешествия. На этом я серию заканчиваю. Увидимся в следующей. Всем пока и спасибо за просмотр.